Ну что же, и возвращаемся мы в прямой эфир. На этот раз мы смотрим опять-таки на Navi Empire, но на Dream League. Итак, Dream League, которая, собственно, спонсором которой является Asus и Rocket, как вы видите. И дубль 2 сегодня Navi Empire. Ну и студии на этот раз на Dream League не просто Godhunt, а Вилат с Godhuntом. Материализовался. Материализовался. Это кто где? Ну, люди-то не знают, кто где материализовался. Мы просто материализовались. Вот она турнирная таблица по состоянию на данный момент. Альянс 3 матча, 3 победы. Нави 2 матча, 2 победы. Фнатик 2-2. RockSkiz 1-0. Cloud9 1-0. Empire 1-0. Liquid EG еще не играли. Team Dog 0-1. Virtus.pro 0-2. Sigma 0-2. Meet Your Makers 0-3. Опять-таки, у нас точно такая же ситуация, как была в матче StarLadder. У нас Empire Na'Vi подходит к этому матчу без поражений. И кто-то сейчас проиграет впервые. Кто же это будет, Na'Vi или Empire? Вот сел Витя за комп, сразу начал пищать. Не переживай, у него часто бывает такое. Это такой компьютер четкий, который начинает рычать. Ну, мы видели, Empire выиграли сегодня у Sigma. У Sigma выиграли в довольно интересном матче. Empire сейчас дебютирует, собственно, на Dream League первыми двумя матчами. Ну и посмотрим, как дела у Empire пойдут в этой игре. Итак, Visage, первый пик. Расскажи, пожалуйста, зрителям, которые не смотрели игру Sigma Empire, таким как я, потому что я параллельно комментировал ТРПР, что же там было в этом матче? Там было все очень прикольно. Sigma начала отличную игру, 3-0 вели, загангли лайны, вроде все выигрывали. Морфинг неплохо получал на уровне, был топовый крипстат с практически Сайлентом огрызался. Но Сайлент играл на собаке. То есть сначала я удивился, когда увидел в пике собаку, подумал, что будут быстро пушить. Но там был нереально жесткий контр-пуш, там был Варлок, там была Энчантрес, там была Раста с вардами. И я понимал, что ребята из Sigma сейчас пойдут пушить. И они пошли пушить. И они снесли все Т1 буквально, наверное, минуты до 11. Но потом они остановились. Типа, Морф собрал ПТ себе и так далее. И если бы они пошли играть дальше, они бы выиграли. Они дали собрать Сайленту третий некра, они дали собрать ему БКБ. И после этого он в каждом файте сгрызал 3-4 человек. То есть Sigma в полном составе играла? Да. Фата играл, да? Да, и не пошло. Типа, отлично пару раз врывался пак, инициировал Silence. Варлок не мог уронить големов. В следующий файт Варлок уронил големов ни в кого. Типа, причем с аганимом надо было выбрать, то есть прям найти на Рошане такую точку, где нет ни одного героя, и туда их уронить. То, что надо. Ну, я включился на игру буквально в один момент, где-то на 20-й минуте, где там 3-8 был счет. Посмотрел, буквально пару минут выключил. Ну, в любом случае, запись этой игры на нашем YouTube-канале скоро будет. Ну и в Dota TV, собственно, вы можете смотреть тоже запись. Ребят, также мы вам всем напомним, все, кто нас смотрит, мы не напомним, мы вам, наверное, сообщим о том, что один из спонсоров этого турнира, компания Rocket, проводит очень-очень такой неплохой и веселый розыгрыш, в первую очередь для зрителей русскоязычного стрима, он актуален. Так вот, раз в две недели на Dream League проводится выбор MVP недели, то есть лучшего игрока недели. То есть каждую неделю в группе ВКонтакте vk.com/rocket, все просто, 6 букв Rocket, видите, в правом верхнем углу, будет проводиться голосование на лучшего игрока недели, и среди тех, кто проголосовал и правильно выбрал лучшего игрока, собственно, вы будете определять лучшего игрока. То есть группа в Фейсбуке и группа ВКонтакте вместе. В конце каждой недели Бруно в прямом эфире на официальном стриме Dream League будет разыгрывать подарки от Rocket. Там довольно неплохие призы, там клавиатуры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вплоть до того, что там, по-моему, разыгрывается в конце что-то очень крутое в конце сезона. Но в любом случае в vk.com/rocket заходите, и там вы разберетесь уже, что к чему, я думаю. Ну и смотрим дальше Dream League. Doom, Venomancer, Batrider, Визаж. Птички-полетучки. Вайпер нужен третьим. Визаж. Чего удивительного? То, что появляется у имперца все-таки любимый герой Флая. Ну и появляется у нас Бэтрайдер. Бэтрайдер, который сегодня, я думаю, большинство зрителей, которые смотрят сейчас, видели уже этого Бэтрайдера в матче против Na'Vi. То, как отыграл маг, я думаю, в принципе, можно чуть ли не в учебники по доте заносить, но что маг сыграл один из лучших матчей, который я видел когда-либо вообще на Бэтрайдере. Ну и мы понимаем, что соло-сложный Бэтрайдер, который на 8-й минуте против триплы выносит тапок и даггер, это сильно. Трампил тапок и даггер, да. Против триплы с хвостом, который играет на бумфлетче. Это серьезно было.
не уходя с линии. Так что посмотрим. Видели, хотел сказать, видели ли Нави ту игру? Ту игру Нави видели. Вряд ли забыли ли Нави ту игру, наверное, лучше сказать. Но мы видим, что Empire абсолютно не боятся и не банят Ember Spirit'а. Нави его не берут, в прошлой игре они его взяли. То есть мы очень часто видим в исполнении Нави, если нет бана, сразу пик Эмбера. Тут Эмбера нету. И что это может значить? Это может значить, что, наверное, Нави или забыли уже про этого героя, или возникла с пиком, или поняли, что не такой уж он сильный, как кажется. Черт его знает. Ну, возможно, Пупей решил сыграть на 100%. Перестал слушать абсолютно тиммейтов. Возможно, выглядело все как-то так, типа, да возьми мне Бонника, я их там, типа, растерзаю. Возьми мне этого, я их тоже, типа, порву. Ага. А закончилось все не очень. Пупей сказал, типа, я больше не слушаю. Идите в пень, я буду брать то, что сам хочу. Фурион. Фурион залетает для команды Нави. Это Фанник на Фурионе будет? У него много игр на Фурионе. Да, у него достаточно игр на Фурионе. Мы с ним общались еще после MLG. В прошлом году в Коламбусе, и он говорил после второй бутылочки пива, все, у меня будет круто, мне надо только на Фурионе наиграть. 200-300, и все будет хорошо. Потому что у меня очень мало игр на нем. После этого он наигрывал довольно много на нем. На DreamHack'е он играл на Фурионе, на финалах, на прошлых. И еще он где-то там играл. То есть, ну, часто довольно мы видим на Фурионе. Так что посмотрим, как он в этой игре себя покажет. Я просто, когда всегда говорю про Фуриона, вспоминаю тот же финал четырех, битву четырех, которую мы комментировали, где мы там Смайлу дали Фуриону. Я такой, да я Смайла вообще ни разу на Фурионе не видел. В итоге Смайл вышел и всех поубивал на Фурионе. Так что посмотрим. Кстати, мало времени остается. Уже 20 секунд, всего бонус тайма на все про все у Империи. У Нави и того меньше, всего 18. Задумались над пиками-то, задумались. Да. Очень долго стадия бана шла. Кстати, вот этот бан Ликантропа от Нави, он довольно интересен. Судя по всему, смотрели предыдущую игру. Рубик, второй саппорт. Долго думали, кстати. Стоит ли его брать? Ну и мы видим, что Рубик для Ванскора. Ну, Ванскор уже сделал супер хайлайт сегодня один Рубиком. Я думаю, те, кто не помнят, пересмотрите обязательно. Это однозначно топ-1 нашего топ-10, который выйдет скоро, я думаю, надеюсь. Шикарный там был момент. Этот ворованный Black Hole в четверых, это то, что надо. Shadow Shaman и... Опять-таки я вижу, что Нави, по-моему, собираются немного попушить. Вполне есть возможно. Doom, есть Фурион, есть Shadow Shaman. Я не удивлюсь, если сейчас посадят Дэнди на какую-нибудь Баншу. Вингу. Ну, Банша, кстати, здесь будет смотреться очень хорошо. Здесь просто шикарно будет смотреться сейчас Банша. Вот в миде. Вот просто вау-вау-вау-вау-вау. Ну, вопрос, типа, если какой-то Бэтрайдер туда не пойдет и быстренько не поменяет оффлейн, потому что Банша против Бэтрайдера не очень себя ощущает. Это пак. Но это, скорее всего, пак в мидл. Хотя они могут свапнуться от зависимости того, к тому же Бэтрайдеру нормально стоять против Фуриона. Здесь же может агрессивный тупла быть. Не-не-не, здесь Бэтрайдер будет сложный точно. Ну хотя, если взять сейчас какого-то действительно веселого пацана в триплу, то Empire могут пойти в сложную и бить лица Нави. А Визейдж, Рубик, ребята такие, которые могут вначале подраться легко. Что пятый бан от Нави. Сейчас посмотрим, кого из ребят. Должны в любом случае банить Керри, банят Сларка. Ну, такое себе, я бы сказал. Вот, смотри, Найкс в бане, Ликантроп в бане. Хотя недавно да. Можно... Мы в студии, они в бане. Да. Парятся. Минус Dragon Knight. Вот тогда. Radiant Team Pick. По-моему, Дэнди на Dragon Knight немного наигрался. Да, он... На восьмом сезоне рассказывал мне эти замечательные истории. Говорю, как дела? Отлично, сосем по КД. 8 игр на Dragon Knight, 8 сливов медла. Меня бомбят, говорит, все вообще. Типа... Не, ну так это понятно. Дэнди очень не любит этого героя. И мы знаем, что у него на этом герое, скажем так, получается не очень хорошо. Потому почему что Дэнди нужно какого-то героя, который там мансит, может там много перенуть. А что такое Dragon Knight? Ember Spirit. Dragon Knight — это чувак со щитом такой. Типа стан задул, все, типа. Ну так нормально. Герой кончился, грубо говоря. Ну нормально, а он еще может впитывать. Теоретически. Ух ты! Вот этот герой для Дэнди. У него очень много кнопок. Дэнди последнее время на стримах на нем нереально много тренировался. Догонщики, вот эти все, дайгеры, хексы. Ну, Дэнди вообще очень много на таких героях действительно играет. Но вот просто здесь вот под пуш,
в принципе, вписывается нормально под пушечку. Как, да, машинки поехали, и варды, пеньки, варды еще одни, там, давай, Дум поджигает землю. Ну, тяжело будет здесь империи. Ну, скажем так, на хайграунд империи зайти вообще нереально будет. Я не знаю, как тут зайти на хайграунд. Ух ты, ни хрена себе. А почему спектр? Во все тяжкие это называется. Реально не понимаю. Просто во все тяжкие это называется. Окей, ребята, вы будете нас пушить? Окей, мы будем терпеть. Ну, вы не дадите нам зайти на хайграунд? Ничего, мы соберем просто-напросто 9-слотовую спектру и зайдем на хайграунд. Че нам бояться? Ну, действительно, имперцам придется очень жестко терпеть. Я не знаю, что сможет спектра вначале противопоставить. Как бы сейчас вот минуте на 8-9 начнется вакханалия на лайнах происходить от Нави. Ну, посмотрим. Но спектра, опять-таки... Ну, спектра мне нравится как герой. Вот мне он всегда нравился, этот герой. В пабах я люблю спектро играть. У меня винрейт 0%. У меня 8 игр, 8 поражений. Но я очень люблю этого героя. И, в частности, когда его пикают, мне тоже это нравится. Ладно, в любом случае, Silent на спектре у нас уходит в легкую. Помогать ему будет Fly на визаже. Ну, и помогать будет Ванскор на Рубике. Правда, пока мы видим Ванскор снизу, ну, вот он тут временно. Это я вам отвечаю. Он пойдет все-таки на топ. Резолюшн в миде, ну и маг в сложной на бетрайдере. Против мага мы видим Пупей на расте, Куроки на суппорт Думе, хвост Кэрри Виномансер. Я только сейчас хотел сакцентировать твое внимание на этом. What the fuck is going on? Ага. Вот оно что, Михалыч. Я, по-моему... Они и вторую собрались в ту же степь отправить, если честно. Это, конечно, куда ушла первая. Да, это очень интересный поворот. Это невероятно интересный поворот сейчас от Нави. Мне прям. Begins. Я вот прям даже не знаю, что сказать. А почему? Ну, надурили они всех, это факт. Да, это вопрос только зачем и. И почему? Какую цель это преследовало? Типа, мы всех обманули. Окей, давай теперь выиграем. Да. У нас таких планов не было. Главное было обмануть, и чтобы вардов было побольше. Мне интересно, как хвост будет качаться, еще интересно. Ну, будет ли это через варды, или через гель, или вообще что это будет. Ну, да ладно, но вот Куроки, мы видим, будет начинать в лесу, ну и в мидне, в миде у нас, опять-таки, Dendy Resolution. Дубль 2, ну и все у нас, дубль 2. А, вообще, эти команды довольно много в последнее время друг с другом играют. Я где-то помню какой-то один день, не знаю... что за идиотское расписание там было, но они три раза Best of One друг с другом играли на MLG, ТКО, там я до сих пор не понял турнирную систему на этом турнире, поэтому мне тяжело говорить, что там было. Так, хвост, мы идем через гель, качается хвост, и уже отправили мага домой. Вот, уже маг ушел домой, дома будет регениться и возвращаться. На этот раз ему не дадут очень быстро взять Транквил тапки или тапки и даггеры. И на этот раз мы видим, не хотят Нави, чтобы маг здесь на линии стоял. Кстати, он может сейчас... Нет, не стал покупать Ring of Protection, затарил себе Тангусы и ТП. Ну, хочет все-таки на линии еще понапрягать, тем более, что крипы сейчас уже подходят практически к тавру, и можно было бы позарабатывать экспу, и, собственно, ну, на первого крипа он не успел, то на второго уже успеет, и будет... вот, наконец, начинает получать магу же экспу. Ну, хвост сразу говорит: Андрей, иди сюда. Я тут буду вас веселить, скажем так. Что, в медле пока пак немного даже обгоняет Dendy по крипам, хотя ну, да, 8 на 0 против 7 на 2. Да, резолюшн чуть-чуть впереди, но, опять-таки, это небольшое преимущество. На мага, опять-таки, мы видим, хвост напал, и довольно-довольно больно здесь магу. Мы видим Пупей, и маг-то, кстати, может умереть. Да, маг здесь точно умирает, поймал его Пупей, но хвост от Тавра Стики юзает хвост, и еще и таргет сбивается, ну как так? Нет, хвост на самом деле скинул на крипа таргет, поэтому или Пупей поклацал на вышку, чтобы на себя таргет. А ты видишь, что творит Dendy в медле? Он машинками подфармливает эншентов и делает стаки. Вот это вот интересно ему. Это нереально интересный мув, потому что он очень быстро, он сейчас с ботлом... Ну, спалят же Empire, и будет невесело, если спалят. А ну, я имею в виду, когда будут сильно добитые, а чем убивать, да, чем убивать, не ясно. Тут Бетрайдер, Пак, Визейдж. Да, даже если всей командой зайдешь, не факт, что там поубиваешь. Это интересно. Да, там совсем краешком цепляет ближнего крипа, и когда они уже выходят, они получают фулл дэмэдж. Четвертый уровень у Dendy. Да, ну, четвертый уровень у Dendy. У Resolution мы видим тоже левел 4. У Resolution 15 на 4. У Dendy 8 на 2. И Reza выигрывает линию. Это однозначно. Вот просто, опять-таки, вопрос в этих самых эйншитах. То есть мы потом, когда пойдет действительно фарм эйншита, мы будем с вами следить за
Network, потому что это будет немножко, наверное, поинтереснее. Я думаю, что сейчас Пак на самом деле прыгнет. Я тоже думал, что прыгнет и убьет. Ну, я думаю, стоило бы Resolution прыгнуть, просто он, наверное, не сориентировался, потому что это был 100% фраг курьера, и Дэнди остался бы без банки, потому что в тот момент в курьере была банка. Да, растерялся. Ну и Дэнди его бы не убил, потому что у Дэнди было, был только лазер. К тому же, если бы он прыгнул изначально свой орб, его бы даже не начал бы тавр бить. Ну, в любом случае. А Сайлент тем временем с Флаем, с Ванскором уже подобрались ближе к тавру. Здесь у Фаника второй левел, один крип есть убитый, у Сайлента 19-20 уже на 11. Ну, Сайлент потеет. В предыдущей игре он просто великолепно отыграл на керри. Красавец. Ну, кстати, в первом матче против Нави он тоже на Думе выдал просто шикарнейшую игру. Хвост, кстати, максит Poison Sting тем временем. Вот так not вот. So. Еще и динает свои варды. Боже, какой он жесткий. Хвост, походу, показывает, как играть на саппорте, типа. Да, да. Ну вот полетел куда-то Бэтрайдер, хвост сразу палит эту движуху, говорит, нет, так дела. У нас не делается в стране, извини, брат. Дэнди должен законтролить руну, правда. Ну, он разбивает. Решил разбить, да. Да, она ему не нужна просто, и главное, чтобы не забрал ванскор. Резолюшн мы идем без банки пока. Вот банка, я думаю, скоро к нему. А где банка вообще? Вот сейчас летит только в птичке банка ему. Ну и Дэнди мы видим уже на третьей машинке. Третьей машинке. Там сейчас, кстати, начнут умирать первые эншенты, если он запустит. Потому что сейчас дэмэджа нормально будет уже заезжать. Ну что по крипам? Выравнивается ли? 15-4 против 24-7. Нет, пока Resolution до сих пор лайн выигрывает очень неплохо. Спектра с хвостом идут ровненько. Да, ну опять-таки кэрри Виномансер. Это мы понимаем, что это Виномансер, ну это кэрри, который должен свою роль кэрри, да, и на фарменного пацана отыгрывать минуте эдак на 20-й, на 25-й максимум. Потому что позже Спектра не особо-то будет обращать внимание на кэрри Виномансера. Итак, вот Дэнди начал поправляться, мы видим, сейчас нормальный золото получил, 6-й с лишним уже уровень, ну как и Пак, в принципе. И начали уже падать эншенты по чуть-чуть, вот тут уже все битые. Не спалят ли Эмпайр, вот интересно, да, ему нужен Солуринг однозначно. Не спалят ли Эмпайр, вот если спалят Эмпайр, то все, конечно, для них будет хорошо. Ой, Фаник, ну типа аут, нет, поднимает его, и проблема огромная у Фаника, Фаник пытается еще раз улететь, но это без шансов. Сайлент. Там второй дизолейт, там точно было без шансов, потому что... Там иди сюда. Тычечки были. Это, кстати, спектра, который вообще не качает пассивку на... А зачем? Рассеянию дэмэджа будет просто убивать. Но на самом деле, Фурион для нее всегда будет изи таргетом. Так, в миде, проблема у Дэнди, плевок, Дэнди по-прежнему живой, Пак в итоге ловит Флай, и это минус Флай, отличная игра от Пака. От Пупея очень своевременно делает телепорт. Здесь, кстати, спалили все, что происходит. Пак запрыгнул на хайграунд, он увидел стаки, он уже дал инфу своей команде. Тут Фаник, мы видим, пытается сделать еще, ну не получается у него, конечно. Потому что отвод это не для оффлейнеров, да? Кстати, хвост здесь забрал первую вышку уже. У хвоста будет мека, у хвоста есть аркантапки. У хвоста вообще, на самом деле, все замечательно. Он еще и катапульту сейчас у него получилось засейвить. Он наставит вардов и подпушит неплохо и Т2. Придется уйти, я думаю, с Денайт, да, Денайт катапульту, не стал оставлять визажу тьму опыта и денег. Ну вот сейчас уже Нави понемножечку будут собираться, я думаю. Ну, мне интересно, ну, наверное, скорее всего, после того, как у Дэнди появится тревела. Ну, раньше просто смысла, наверное, нету собираться. Я думаю, как только у Дэнди появится тревела, Нави начнут собираться по линиям и пушить довольно активно эти линии. Я думаю, что Т2 начнет падать, как только у Шадоу Шамана появится 6-й уровень, а до него осталось буквально 3 сотки, и ну, они да. С хвостом смогут спокойненько. Ну, у хвоста 3 варды, 2 Poison Sting. То есть вы понимаете, что варды тоже бьют с Poison Sting, и это завардил. Очень весело. Завардил эншентов. Ну и вот Дэнди теперь, вот теперь Дэнди здесь надо мешать. И вот Дэнди сейчас поймет. Ну, он не поймет, что заварджено, потому что и так слишком много стаков, и он не поймет. Вот смотри, еще не туда куда-то пошли. Там драконы. Какие-то странные жизни драконы живут. Взяли, не туда пошли. Ну, в любом случае, здесь мы видим уже Баклер и есть Soul Ring у Дэнди. Есть Soul Ring у Дэнди. Тем временем у Резолюшена. У Резолюшена ПТ-шечка. Будешь 60 голды банка, да, скоро прилетит ему ПТ-шечка. Че, Фурион качается через первые ТП и третьи трынты. То есть он готов в любой момент сейчас присоединиться к пупехе и хвосту и начать... Они говорят, а чем откидываться на самом деле? Хорошо, есть Пак. Кроме Firefly, Бэтрайдера и Паком, ну и Даггером в Спектре пока нечем. Но просто если Нави заставят Империю сейчас просто бегать по линиям и отбиваться от пуша, это, ну, это забей будет.
Просто вопрос в том, когда это начнут делать Na'Vi. Просто если они начнут это делать, когда у Spectre уже будет Vanguard, например, да? Кстати, интересная сборка Spectre. А он у нее уже есть. Не сейвовый вариант, то есть без прокачки пассивки, но при этом он собирает Vanguard. Ну, пассивка, то есть, накачается. В любом случае, левела потом пойдут довольно быстрее. И опять-таки, тут вопрос, наверное, в том, что готово Спектра будет вылавливать тех, кто будет отступать после пуша или в спину прыгать и убивать, потому что Desolate, который уже в 3, это круто. Да. Шестой левел, кстати, еще не набрал фаник. Нет ульта у него. Ну а хвост тут продолжает тут пушировать. Тут на хвоста байтит уже минуты две, наверное, ждут, когда у него ворвется. Пупеха просто стоит за деревом, прилетает тут к хвосту что-то. Ну что это баклер. Баклер и хедреска, да. Ну, флай мы видим не особо летит. Флай тоже стоит себе по тавру. Ну, вот есть телепорт. Вот она, на хвоста атака. А, ну, и это, ну, это такая от себя. Так тут хвост. Чё-то, ну, и где Пупей? Ага, вот он, Пупей. Сайлент прыгает на Пупей. Ну, вот он второй Дезолейт. Вот смотрите, Хекс. Ну, это не поможет Пупей, конечно же. Вот смотрите, еще. Оп, чё и еще одна плюшка. Да, Спектра очень неплохо действует. Welcome to Evil Empire. Если бы еще и забрала... Хвоста. Первый фраг, ты имеешь в виду, да? Да, хвост подставился, на самом деле, очень сильно. Пупехи не хватало сколько? 44 экспы не хватало, чтобы поставить вардов, и они бы остались драться, понятное дело. Да. Но не хватило опыта, и... И мы видим, что есть телепорт, вторым врывается Empire, Silent, к тому же, получает уже Vanguard, имеет 600 голды сверху, и эта Спектра начинает уже быть опасной, даже на первых минутах. Десятая минута игры идет, а Спектра уже опасна. Нельзя так играть. Да, в Спектре спуску такого давать, я думаю, не стоит. И сейчас девятая минута даггер. Опять-таки, даггер у Бетрайдера, девятая минута, маг, он ушел в леса, но он все равно вытаскивает свой супер ранний даггер. И у него, правда, сейчас не будет денег на телепорт, я надеюсь, кто-то ему купит из Империи этот телепорт. Так, там цепляют в медле минус Тинкер. И да, на топе. Проблема у Ванскора. Есть сюда телепорт от Фуриона, ну и тут Ванскор, кстати, поднимает еще и Фуриона. И еще раз вставался. И, кстати, этот Фурион здесь может умереть. Но вот боится, хвост его помазал. Есть сюда телепорт, это Бетрайдер летит. Ставится в арту. Ой, как хорошо, отменен был телепорт. Ну, сейчас кто-то быстро пешился, точно умер. Ну и Пупей, красавчик, до конца держался. Здесь, кстати, в спину уже готов флай врываться. Но тавр придется отдать в любом хвост случае. Хвост полил флая, узнает, что там. Юзуется фортификация. Да, за флай уже побежали крипы. Есть телепорт. Варды еще не упали, но варды первого левела. Они здесь маг. Магу сбили, ай-яй, даггер сбили магу. Ну и маг варды. Может прыгнуть все равно сейчас. Вот прыгает, цепляет Пупея, увозит его в леса. Пупей уже умер. Паник закрывает ванскора. Флай тем временем на хвоста напали. Здесь же пак. Флай по-прежнему живой. Флай дерется до конца. Флай тоже убивает у нас. И просто-напросто Na'Vi развалились втроем. Ну, 3-2. Забрали двоих, да. На самом деле, драка была не совсем плохая. Но все равно кучу экспы заработали Empire. Проблема в том, что Спектра выжила при всем этом. Да. Приобрела себе Брейсер, Robo of the Magi, совсем скоро появятся барабаны, и убивать ее будет еще трудней. Понятное дело, что в это время там вовсю Дэнди фармил все, что можно. Ну, и фармил Куроки, да? Ну, или где? Куроки в драке не было. Ну, он не мог туда так быстро прибежать. Ну, я не знаю, может, у меня такое мнение, но Empire сейчас переигрывает Na'Vi. По файтам, да. По деньгам. Na'Vi ведут 2500, по XP 3500 ведут Empire. Ну, деньги понятно. Здесь Doom с вторым деваурером. Здесь подфарм меншентов от Dendy. Он сейчас опять будет фармить третьи машинки. Девятый уровень. Ну и травела у него будут, как только этих меншентов он сформит. Даже какую-то часть. Да, ну в любом случае травела у него появляется поздновато, как для Dendy. Он погиб. Погиб разок и никого не убил. Да. Нельзя сказать, что выиграл. Ну да, приобретает рецепт на травела. Сейчас попроще будет. Да, сейчас в любой драке будет не только уверенность у Empire, что их будет на одного больше за счет Спектры. Сейчас еще будет уверенность у Na'Vi, что их будет тоже на одного больше за счет Дэндимона. Ты прикинь, сейчас Спектра нажмет ультимейт. Да, и Дэнди умрет. Просто мгновенно. Да, просто без ничего. Нечаянно, мисклик такой, знаешь, хоть... А что, проверить, кто где? Дэнди давно нету, а вдруг он в лесу Энч там фармит. О, в натуре! И Дэнди такой там просто бугерт будет. Смотри, что Куроки приобретает. Это даггер. А ничего удивительного, у нее есть сеточка, правда, получше, наверное, стан найти, все-таки массово будет. Хвост, есть мека, тысяча уже сверху, ну, всего лишь восьмой уровень. Ну и опять-таки, Na'Vi забрали только две вышки. В принципе, как на 12-ю минуту, наверное, это немножко мало. Ну хотя по деньгам они все равно ведут. Но опять-таки, вопрос в том, что Спектра становится все сильнее и сильнее. Барабан у нее появится довольно скоро. Вот готов он уже ультовать Silent сейчас, правда, 10-й левел был бы, 11-й было бы, конечно, повеселее. Но и Empire вчетвером в миде сейчас. Ну и сюда же стягиваются, да, и Na'Vi здесь все собираются драться. Но почему фаника, нет? Варды фаника есть. Нету, но фаник прилетит. Фаник прилетит, у нее еще ультимейт есть. Он нормально на дамаже сейчас может кому-нибудь рубику с 600 хп. В плане Global Strategy, конечно, у Na'Vi все хорошо.
Они гораздо мобильнее сейчас стали. Сейчас, типа, им эти стояния в медле очень выгодны. Как только отсюда отойдут имперцы, Дэнди с Фанником могут пушить любую линию ТП на Трентов снес. Стримак тем временем пытается снизу кого-то соло поймать. Вряд ли он поймает. Мне кажется, он не убивает Фанника в соло, на самом деле. В соло 8 левел нет, не убивает. Ну что, в медле вышка. Она потихонечку упадет. 320 хп, фортификейшн нет. Ее догрызет хвост и своими вардами. В упех, если тоже есть ультимейт. Вот проблема в том, что спектра в это время тоже фармит. Причем в соло, и никто ей не мешает. Она 11 уровня, и ну она вот в любой момент окажется уровня. В файте. И летят в ней барабаны. Да, летят в ней сейчас барабаны. Ну, заход на вышку. Тавр нельзя здесь дефить, наверное, Империи. Хотя и битые нави, но все равно будет же варды от Пупея. И начинать драку до того, как станут варды, это неправильно. Пытается денает сейчас птицами, и в итоге заденает все-таки тавр флай, но потерял две птички. Потерял две птички, ну а что, Нави не будут, я думаю, останавливаться. А нет, не потерял, он перевызвал. Одну он потерял 100%. Одну он потерял, да. Ну перевызвал. Ну в любом случае, Deny Tower это уже хорошо. Нави, наверное, пойду дальше. Ну а что им останавливать? Ну Нави надо и давить, надо давить, есть, чтобы преимущество ставить гаварды. И Т2 начинает падать. Фортификейшна по-прежнему нет. Вышка падает достаточно неплохо, Иллюзорий откинулся уже. Ну вот надо как-то помогать сейчас дать, потому что отдавать Т2, вот, наверное, это уже не самая лучшая идея. Дэнди умирает от Сайлента тем временем. Да, еще и Сайлент ультует сейчас куда-то и улетает. И улетает в драку, сразу Сайлент двоих сразу убивает. Вот это было очень круто, и Пупея тоже сейчас убьет. Это трипл килл от Сайлента, вот это жесть! Здесь минус 4, потеряли Нави. Забрали тавер. Кто-то сделал ТП на сейв Дэнди, и это кто? Это был Хвост. Хвост пытался засейвить Дэнди, улетел на топ, а Спектра просто блинкнулась на свой ультимейт, и все. Да. Спектра успела добить Дэнди, опять-таки, уже своей ультовой иллюзией, и улетела на свою иллюзию в центр, где, опять-таки, все уже были супер биты, а тут привет, четвертый дезолейт, вторая ульта, и еще и ворованные ванскором варды Расты. Ванскор? Ну вот сегодня Ванскор просто вот не подражает. Фантастическая игра. Я также не могу не отметить Сайлента. Сайлент просто ну тоже Сайлент, творит да. Чудеса. На самом деле, предыдущую игру он отыграл очень здорово. Ну все игры сегодня он отыграл действительно здорово. Ну и теперь вопрос, что делать дальше? А я не знаю, что делать дальше. Здесь у Хвоста недоагоним и 8 уровень. Сейчас он в файте не поучаствовал, он даже не раскастовал ультимейт. Хотя, да. Если бы он повесил ультимейт, было бы немного попроще, наверное, драться. Дэнди, опять же, подставился под спектру непонятно как. У нее нечем сбивать тэп-аут, это значит, что он переборзовал. Потому что не смог улететь с травелов. Судя всему, сотворил что-то невнятное там. Может, его как-то там, ну, просто я включил уже, когда его били, он был без маны. Может, там, не знаю, там, юзнул соул, ринг. Ну, судя по всему. Дал какой-то лазер, и у него не было маны на то, чтобы улететь, или я не знаю, короче. Его просто вырезали. Ну, как бы спектра уже больно бьет. 13 левел практически у Сайлента. Спектра сейчас еще и с Аегисом. Ее два раза надо убить. Да, да. Ее один-то не могут убить. Ну, два раза ее не убьют точно. Это 100%, поэтому Аегис, скорее всего, пропадет здесь. 1900 у него уже на руках, не знаю, возможно, сейчас какие-то диффуза появятся. Ну, диффуза, если здесь модно. Появится, это все. Это уже спектра, это будет настолько сильна, что... У нее опять есть, кстати, ультимейт, и опять-таки можно на топе драться. Вот если нападать будет сейчас Empire, вот прям сейчас вот есть уже... Запрыгнул, вот, Пупей, проблема. Пупей умер просто, все. Пупей упадет с трех тычек спектры. Я не знаю, что он здесь сделал в соло. Не, они здесь были вдвоем в Куроке. Они были вдвоем в Куроке, причем, по-моему, они даже были также из Дэнди изначально. Но Дэнди, понятное дело, улетел. Не-не-не, Дэнди уже секунд 30 находился, да? Вот здесь в лесу, фармил отводы. Вполне возможно. Ну вот ошибки от Нави, довольно серьезные ошибки. И ошибались они в первом матче с Империей, ну не так сильно, и ошибаются здесь. Ну и Empire просто не прощает. Куроки, кстати, с даггером, который не реализован уже на протяжении минут, наверное, 7. Ну а зачем покупал, ясно, чтобы там нападать, атаковать и так далее. Но тут, ну как атаковать, варды опять-таки, опа, и давайте против своих же вардов, пацаны. Ну что, Пупей отдал эти варды. Запрыгнули. Смотри, они решили подраться под своими же вардами, это такой фейл. Сайлент, ну у него же Эгис, Сайленту пофиг. Нет, ну, в итоге минус Куроки, минус Хвост. Сайлент отдаст Аегис. Никто не отдаст. Ну отдал, окей. Ну а это Аегис. Минус 2 на Аегис это не очень. Конечно, не за дефали тавер. Это плюс, но... Ну я не знаю, ну какой это плюс? Аегис ничего не дает. Потеря Аегиса абсолютно не дает никакого буста. Потерять двух героев, ну да, дефали тавер, окей.
Нет, Death Tower тоже того не стоит. Они потеряли Куроки, они да. потеряли Main Carry, Виномансера, который 9 уровень. Ну, давай не называть его Main Carry, потому что это как-то немножечко глупо звучит. Main Carry level 8. Кого? Doom? Level 9, извините. Doom еще меньше, но level 8. Да, но тут у всех такое, такая беда. Ну, по левелам вообще сейчас у Na'Vi, боже, 14 тысяч проигрывают они по левелам. И 0 по XP. 0 по деньгам, извините. Ну, то есть по деньгам все идет ровно. Зато по левелам мы видим, что Империя делает просто что хочет в этом на матче. На самом деле не ровно, потому что имперцы скоро пойдут забирать эти Т1, которые да. забирали Na'Vi, и все абсолютно Т1 ну, опять-таки, на данный момент. На данный момент. Теоретически, ровно. Где-то там в запасе, да, есть. Золотой но... запас, как его да, называют. Золотой запас. Но мы видим, хвост вынесет свой Аганим. Да, вынесет он его через буквально пару минут. Ну а толку, если левел 9? Мага уже есть форстаф, и совсем скоро появляется Madness. Он будет вытаскивать очень-очень быстро и вероломно. Да, и очень далеко. Что, Фанник, вторые некра. Пытается пушить, но кроме вторых некров и физов у него абсолютно ничего нет. По уровню тоже отстает очень сильно. Боже, как я просто сейчас сижу и думаю, кто у нас в фэнтези пикнул хвоста? Не я. 1-3-3. А Томас, да. Рома, мы тебя сочувствуем, серьезно. Ну и, кстати, экстримчику мы тоже сочувствуем, потому что у Фанника 1-3, у Дэнди 0-2. Ну что, смотрим дальше на игру. Так, ну сейчас будем цеплять. Резолюшн в смоке, тут есть чем подцепить, скажем так. Это будет байт, скорее всего, на спектру. Но это будет байт на тавер. Ну, типа, да, на спектру. Ну, спектру просто вопрос то. Ой-ой-ой, та у нее-то сакрет релик. Смотри, ТП отменили. Да, ну это забей, там сакрет. А что делать? А, ничего, не дай деформить 400. Ну вот летит сюда, мы видим Тинкер. Это будет отмена. Отменяет, понятно. А толку, типа, ну, подходит команда. И опять летит Тинкер. Ну, отменит же. Нет, конечно, летает блинкаут. Окей, тут же маг цепляет Дэнди. Привет, Дэнди. Дэнди, вот смотри, в секунду. Ульт Фуриона. Фанник здесь тоже не уходит. Фанник красавчик, тоже умирает. Ну и тут мы видим, подожгли у нас Рубика. Ну Рубик здесь выживает. Точно умрет. Скорее всего, выживает как раз таки Рубик. Здесь Дримкоил. Ну если его выхилеют как-то. Ну, Куроки умирает. Ну сейчас будет ГГ, ребят. Сайлент по-прежнему живой. Хвост на него набросился. Сайлент пытается размансовать. Сайлент. Заканчивается. Сайлент тэп-аут. Сожрал. Пойдет. Ну и хвост единственный живых остался. Вот его цепанули. Сайленс дали, купил он себе тем временем. Сайленс. Радиация-то минус 5. Ну, маг умер. 5-1. Забрал его, конечно, хвост. Ну, там дотикал яд. Маг причем мог выживать. Он вернулся, потому что хвост же недобитый. Живой. Да. Вы посмотрите. Ну и как же сейчас радуется-то Каспер, да, который говорил нам, что вот они, Эмпайр. И он же понабирал. У него 4 человека из Эмпайра в составе. Флай минус Фанник. Где? А, вот здесь на топе. Ага, вот так вот. Тоже прилетает Дэнди, но он его птицами убил. Лол. Он его тупо птицами убил. Беда. Ну, да, тут, конечно, 20 на 6. И, видимо, гоним у хвоста. И Silent, у которого уже Радианс, следующий ультимейт для Na'Vi, это будет что-то просто невероятно тяжелое. На самом деле, Спектра сейчас уже может спокойно игру заканчивать. Абсолютно, потому что никто не переживет этого дэмэджа. Там слишком все тонкие. Game у Дэнди Madness, да. 900 хп, 1200. Ну, грубо говоря, они смогут жить там 30 секунд. 30 ну, если секунд она будет бегать рядом. Спектра, да, будет бегать. И никто их трогать не будет. Но через 30 секунд вся команда Na'Vi умрет. Такой расклад, что к 30-й минуте у этой Спектры Тараска будет. Ну, то есть... Ну, посмотрим, кстати, что у Пака. А у Пака догон левел 2 у Резолюшна. Он уже в 2 гриданул его. И самая фишка, то, что имперцам сейчас вообще напрягаться не надо. Они могут стоять. Т1 они потеряли, к Т2 Na'Vi ну, сейчас пофиг, не подойдут. У них спектра, то есть да, у них спектра, типа, Na'Vi, хотите, идите, пушьте, мы прилетим. Не хотите? Резолюшн вошел в инвиз. Ну, и ждет кого-то. Ну, тут кого-то найдешь. Хвоста в миде. Но хвоста, кстати, не так уж легко убить. У него 11 левел есть, у него есть мека, у него есть Аганим. Хоть какое-то количество хп да имеется сейчас у хвоста. Ну вот, а Сайлент на топе. Сайлент на топе, получает рокет, дает инфу, что Дэнди рядом. Ну и продолжает стоять на линии. Есть некро 3, тем временем Пупей умирает у нас. Я даже не увидел, где Бетрайдер его вытянул в миде, убил. Здесь птички, хвост. Кстати, хвоста могут, по сути, если за сильно вот, занаглеют. Вот смотри, что делает Куроки сейчас. Вот что делает этот Doom. Вот летят на топ, они будут убивать эту спектру. Сайлент, ну просто бежать. И говорит Сайлент, я вас, ребят, в виду имел.
Вот пытается он спрятаться дальше. Не, ну он дальше. Здесь, скорее всего, погибнет. Здесь лазер получает Дэнди с Даггером, Риаром. Ну да, Дэнди с Даггером, поэтому тяжело будет. И Куроки, ну наконец-то, наконец-то. Это первое нормальное, обдуманное... А, хвостами медью били. Движение от Нави. Не полностью обдуманное, потому что потеряли хвоста. Ну, хвост не имеет отношения к тому, что происходило на топе. Как не спорь. Ну и Даггер покупает ванскор тем временем. 24-я минута, 22-7. Впереди у нас Empire. Empire близки к тому, чтобы выиграть второй матч за день у Нави. И уже 20 тысяч по экспириенсу выигрывают, если уж на то пошло. Да. Ну и 6 тысяч по деньгам, что тоже немало. Вижена у Нави вообще никого нет, потому что Бэтрайдер абсолютно все задевардил, а Файник с третьими некрами идет в атаку. Будет пытаться спушить Т2, но думаю, ему этого сделать не позволят. Появляется третий догон, если не ошибаюсь. Да, третий, да, догон, третий Упака. Догон уже. Ну что, маг будет врываться. Файник улетел с ТП. Тут что, Тинкер в кустах сидит, но... Неужели маг найдет? Для Дэнди. О, нашел! Нашел Дэнди! Цепляет. А как он его там нашел? Я не знаю. Он знал, что там, Дэнди, кстати, здесь выживет. Дэнди, кстати, стоп-топ здесь... А, нет. Нет, Дэнди может пытаться улететь с тэп-аута, что он сейчас да, делает. Да, и флеймбрейка нет у мага, поэтому ничего маг не может сделать вообще не... На самом деле он зря потратил с самого начала флеймбрейк, да. То есть надо было... Не, ну может он думал, что вылетал, что Дэнди сразу тэп-аут делает. Ну, черт его знает. То есть тут ошибка мага. Что ты там делаешь? Вот вопрос нормальный от Дэнди. Действительно, что он там делал? Я ищу друзей. А нашел тебя. Типа, понятно было, что он может поискать там Фуриона, а Дэнди стоял в кустах, и он просто так на морозе туда залетел. Ну да, типа, окей, не, ну раз вырублен лес, значит, что-то там, наверное, происходит. Кстати, Дэнди продолжает с хвостом фармить здесь Эйншента. Отличная задумка для следующего байта, вырубить лес и встать туда впятером. Да, а вдруг, та-дам, привет тебе. Ну, вообще сейчас... Так, с Петру на топе цепляют Сайлент. Ну, правда, это все превратилось в то, что цепляют Куроку, по-моему, который бегает сейчас. Ну, Спектра тут пытается бежать просто и гореть на всех, как бы. И в итоге Куроки умирает точно, а вот Дэнди... Нет, Дэнди уже улетел. Дэнди уже очень далеко. Извини, брат, друг, борщ. Да, тут немножко не так. Там, кстати, под Думом никто не горит. Потому что Рейдинс выключается, если не ошибаюсь. Да, а Рейдинс уже не работает. Выключается, да. На самом деле, это жесткая контра. Спектрем, ну и что, вот начинают дальше пушить. Да, неплохая. Третий некра. Но проблема в том, что если ты поджигаешь Спектру, то все остальные герои как бы работают. Причем неплохо. Здесь тем временем Фаник. Фаник, сбили ему ТП-аут, поймали Дэнди, убили. Фаника догоном тоже шкваркнули. Минус 2. Минус 2 опять во всем этом участвовал Спектра. 3200 на руках, дожигает некра, пытается, ну, забирает некра все-таки себе Бэтрайдер. Плюс 200 в копилку. Говорит, и так у тебя много. Вот идет Сайленс себе купить сейчас топор. Ну и до Тараски осталось совсем чуть-чуть. Сакрет 200. На лицо упало ХП. И Нави теперь чисто в теории даже не могут убить эту спектру. Да не могут. Что, подожгут? Ну через Дум могут. Через Дум, да. Без Дума не. Без Дума точно не убьют. Ну Сайлента просто сейчас ГПМ 567. 570. Ну шикарный просто ГПМ. Как бы на 26-ю минуту игры против Нави. Не против кого-либо. Напомню, что Нави до сегодняшнего дня ни на Старладере, ни на Дримлиге не проигрывали. И вот тут привет. И если я не ошибаюсь, последний раз Нави вообще проигрывали довольно давно. А, нет, ну они проигрывали там на Captain's Draft, но это такое. Кстати, они проигрывали также на MLG и тоже у Empire. Да, имперцы сейчас очень, даже очень себя чувствуют. Да, действительно сильные. Четвертый догон тем временем у нас у Пака. Четвертый догон. Флай осталось 3 сотки всего до Аганима. Появится третья птичка, и какие-то саппорты будут просто отваливаться. Да, тут саппорты и так отваливаются, действительно, с тремя птичками это вообще... Флайник тоже очень бюджетный, я бы сказал. Хвоста, поймал Бэтрайдер, утаскивает его, утаскивает вдоль Рошана. Рошан еще дал там по голове, ну и с догоном резолюшн хвоста. Неужели пойдут Нави дальше драться? Сейчас да ну куда? Нет. Куда хвоста тут нет. Драться? Куда тут драться? Сейчас... Упей! Ой, поймали Ванскора! Ванскора убили через варды. Ну и что, надо отойти сейчас Империи. Я думаю, Дэнди, лазер во Флай. Смотри, еще и Флая поймали, Флай тоже умрет. Или нет? А, Бэтрайдер, кстати, умер. Дэнди убил. А где Бэтрайдер умер? Я не понял. Там гем лежит, гем надо забрать. Кстати, Бэтрайдер умер, выкупился. Выкупился также Ванскор, Empire. Тоже немножечко какие-то странные мувы делают. И Нави, красавцы, Нави делают минус 2 и отходят. Да, очень классная игра, мало того, что они сделали минус 2, так они заставили сделать байбеки. Да. Ну, ошибочное действие от Empire было. Я не знаю, кстати, почему Спектра в файте не появилась. Понятное дело, что она боялась... Ну, долго думали, драться ли возле вардов в раз. Да, или забирают резолюшн, под Думом погиб, и
И что? Врывает сюда Сайленс с Рубиком. Пех, это понятное дело, отвалится. Хотя Мека под хилли. Гелем попадает, Пупей. И очень медленно будет идти сейчас. И тут же Дэнни, можно забирать Сайлента. Можно забирать Сайлента. Просто Дэнни. Дэнни тоже, правда, без маны. И в итоге заберут только Ванскора. А Эмпайр-то сейчас начинает сыпаться. И ты смотри, 4 фрага подряд зарабатывает Нави. 2 байбека потратили Эмпайр. И вот так вот можно проиграть игру. Да, я с тобой соглашусь, то, что именно вот в такие точки происходит этот отправной момент, когда сейчас по чуть-чуть у Фуриона что-то появится. Вот, пожалуйста, с 10 тысяч на 7500 деньги, по XP с 22 на 20 тысяч, ну, понятно, что преимущество все равно бешеное. Но оно бешеное по XP, по деньгам оно, в принципе, сносное. Мы сегодня видели, как ДК переворачивали 12 тысяч денег без проблем против LGD, так что все может быть. Что, Сайлент будет сейчас потеть всяческим образом на Тараску. Сильно ли она поможет ему под думом? Его все-таки будут убивать всегда под думом, я уверен. Либо ну, Тараска под в любом хиксом, случае дает который много. Совсем скоро появится у Дэнди. У него уже 2600 на руках, и ультимейт Тор присутствует. Вот Дэнди с хиксом — это такая штука опасная. Фаник забегает на Т2. И, кстати, спалился здесь Фаник, три птички. И Фурион забирает вышку. Фурион забирает вышку, но он там умирает здесь. Надо закупиться. Фаник не стал ничего покупать. Отдал 300 голдов никуда. Он не знал, что купить. Ну и тут еще Некрономикона он поотдавал тоже. А это тоже 400 голды. Я думаю, можно было Фанику приобрести ультимейт торп. Да. Фиксу потом собрать. Все равно понадобится против спектры. Я потому что не знаю, как они будут убивать, если без дума и без хикса. Ничего никак. Не сделать. Все просто. Ну что же, и мы видим, что 30-я уже минута игры, и преимущество-то как не бывало. Ну, не то, что как не бывало. Преимущество все равно есть, но Нави-то сейчас все намного увереннее начали чувствовать. Хвост купил себе Скейптер. Ну вот, Рошан очень нужен, конечно же, Империи. Ну и Нави тоже нужно, не отдать его Империи. Да, если имперцы отдадут Рошана здесь сейчас Сайленту, то можно будет попробовать идти и реализовывать Аегис, как-то драться 5 на 5. Потому что если повесит Дум, можно просто спектрой ломиться на тупую отдаваться, чтобы встать с фулл хп. Да, или там, ну в любом случае вы понимаете, что спектра теоретически это 3 жизни. Это смерть с Аегисом, это еще одна смерть, байбек и ультимейт. Вот. И такое мы видели. И трижды убить спектру, это вообще невозможно. Ну что, успокоилась игра, и мы видим, что Сайлент, кстати, с рецептом уже на Тараску в курице, которая висит вот здесь, которая защищает Изолюшн. Сайленту надо дофармить совсем чуть-чуть. Вот пойдет он на энштах дофармить свою Тараску и будет заходить на Рошана парни из Империи. Там тем временем вовсю Фаник пушит топ, а Некро фактирует. Правильно, ничего у него нет, у него есть Некро 3 и Физы, все. Ну 2700 на руках. Ну да, и вот Хикс у Дэнди. Либо Мистик Став, либо Ультимейт Торп. Сейчас посмотрим, Шадо Блейд вряд ли, конечно. Он тут активно в пуш идет и пушит. Смотри, как вышка падает. И приходится сейчас имперцам уходить всем на деф этой вышки. Есть, конечно, фортификейшн, и, возможно, ее даже сейчас доведут до состояния Деная. Ну, доведут, но надо убить Некра. Вот убил Некра, и что, заденаить надо? Ну, заденаил Сайлент, все нормально. И опять-таки, двух Некров отдали Сайленту. Вот нельзя так делать, надо Некров уводить, когда они уже бесполезны, потому что, ну, 400 голды опять Сайлент зарабатывает. Только купил Тараску, у него уже 520 голды, то есть, ну... Ну что, а на самом деле, знаешь, в чем все плохо? В том, что там есть Фурион, а тут Т2 вышек больше не осталось. И с таких заходов да. уже будет караться Т3. Т3... Кстати, а у Нави-то стоят все Т3. Ой-ой-ой, здесь поймали Куроки или нет? Куроки пытается убежать, Куроки на хосте. Нет, Куроки на хосте. Куроки еще и Шива на всякий случай был. Ну, красавчик, кстати. Куроки, Шива это очень сильно. По нетворсу мы видим... Да, проигрывает он у Фуриона, но все равно довольно неплохо Куроки. Появляется ультимейт торп у Фаника. Резолюшн пошел кого-то ловить. Ну, это второй хекс, понятное дело, у Фаника. Ну и поймали Пупея. Да, вот он Пупей. И Пупей погибает. Я думаю, ну не будут лассо тратить. Зачем? Пех в этой игре чувствует себя... Ага, еще и Сайлент запрыгнул на Фаника и снизу грызет Фаника. Потезалей, ну, как же больно. Да. Да, Фаник просто бежал в кусты и погиб. Ну тут ничего не сделаешь. Ну а что тут сделаешь? Типаут. Улетать сразу и все. Да, только типаут. Но у него... Кстати, у него было ТП, лол. А почему он не полетел? Я не знаю. У него было ТП и скролл. Ну это понятно, скорее всего, откуда у него. Может он... Ну вот ошибка Фаника. Это серьезная ошибка. Ну и Рошан. Рошан падает в копилку команды Empire. Все просто и весело, ну, под и хорошо. Медалькой Мах тут еще Madness включил, наваливает. С руки. Под Madness'ом, говорит, я плевать умею. Ну, Мах сегодня, конечно, на Бетрайдере отыгрывает очень хорошо. Что первая, что вторая игра. Ну, Спектра 10-1-10, Silent, вау.
Да, Silent. Silent великолепный. Прям, как, да. Знаешь, раньше. Ой-ой, привезли Куроки здесь и убили его. А что он здесь делал? Мне вот я не знаю, он поджег, но вот, скоро... Вот реально, вот хвост находится на эншентах. Ладно, я не знаю, Фурион, я не знаю, что здесь делал Курок. У нас всю игру такая проблема, что делал Фаник на топе, что делал хвост там один, что на топе делал Пупей, они все по очереди ошибаются. Пупеха, тем более, сам у Т3 сейчас находился. Ну никакой да. бы файт не получилось навязать абсолютно, даже ну, если бы мне не ясно, вот реально мне не ясно. Тут очень многие, очень многие ошибки Нави необъяснимы на данный момент. Ну и Сайлент. Ну, тут мы видим, что хвост умирает просто от соло резолюшена. С Рубиком, ну... который забегает, и Дагон 5. Привет. Ну, а здесь мы видим, Сайлента поймали. Пытается и его что, бить. Они не могут его пробить? Уже не могут пробить. Не, ну еще пробивают как-то. Ну, это он потерял пол хп, а Дэнди потратил... Ой, да, Дэнди потратил почти всю ману. То есть Сайлент сейчас отойдет на эти 5-6 секунд, отрегенится с Тараской и вернется. Понятно, да, что и Дэнди, кстати, может. Готов прыгнуть, опять-таки, убить Фуриона, например. Которого кулдаун на ТП. Просто прыгаешь, убиваешь. Видишь, куда-то прилетает Фурион, прыгаешь, убиваешь его. Все, потому что он ничего не сделает. Не, вот через 4 секунды у него откатится телепортейшн. Ну, там, понятно. Если будет Рубик, то... Я имею в виду, если его поймать где-то, опять-таки, видишь его на линии появившегося, ультуешь, и все, ГГ. Привет. Ну, вот Фурион летает на топ, но, правда, даун. Ты, кажется, вот так вот в леса, чтобы никто не видел. Здесь, кстати, Шива от Куроки. И вот ульта от Спектры. На топе Фаник, ТП. Успеет ли? Да, успеет. Не, успеет. Ну вот, наконец-то рецепт найден. А здесь Бетрайдер цепляет Куроки. Резолюшен. И сейчас пятый догон. Телекинез. Смирит. Ну, Куроки. Пока, да, не дали пятый догон. Пытается жить. Легенец. Нет, все-таки Рубик забирает. Даже без догона. Даже без догона. И это один из самых толстых персонажей. Хотя, почему один? Это, скорее всего, самый толстый. Толстый персонаж команды Нави. Да, это однозначно самый толстый. Виномансера 1500, 1300, 1400. Да, самый толстый дом. Тем более он Шивой. Тут поймали Сайлента, варды поставил Пупей, и Пупей здесь умирает. Конечно... Так им вообще ничего не наносит. Неужели да, Пупеха да. не видит то, что варды не носят ничего? Но Дэнди тут под вардами просто ползает Сайлент еще. Закрыли здесь Дэнди вместе с Сайлентом. Сайлент его просто убьет сейчас. Хотя, Хикс, ты смотри, Сайлента все-таки прижарили. Четвером-то, под вардами. Тут пытается маг улететь. Переборчили мы понемножечку про то, что варды не доносят. Варды запрыгнул, доносят. Минус Дэнди. Резолюшн, отличная игра. Тут же просто с догончика... Ну и хвост под вардами. Ванскор прыгает, поднимает хвоста. Здесь третий некра, варды. Плюнули в хвоста, хвост ультанул флая. Идет до конца хвост, умирает он от флая. Флай, викетик, это уже минус 4. Фаник тоже погибает, забирает его резолюшн, скорее всего. Да, резолюшн, даблкил. На минус 5 опять. Появился только что Куроки, но в любом случае, в общем итоге, это минус 5. Умрет ли Пак? Нет. 4 хп остается у Пака. Да, Пак выжил после этого всего. Но все-таки ультимейт хвоста действует, как ни крути. Но отлично, но он слишком большой кулдаун имеет. Ну, конечно, в 16 уровне всего 60 секунд. У Пака к тому же Эгис еще, я забыл. Кстати, Эгис у Пака это тоже немножечко, да, показатель самоуверенности Empire. То есть Спектре Эгис не дали, а Спектра в итоге умерла. Но если бы Спектр там был бы Эгис, ну тут да, тут бы все бы развалились вообще без потери. Там сразу лапки вверх. Да, все, сдаемся. 2800, кстати, у Спектры. Что, баттерфляй какой-нибудь будет? Хотя тут смысла нет баттерфляй собирать. Его... Ей на самом деле БКБ... Нет, Манта ставил. БКБ бы не помешало против Дэнди, иначе он ее заколупает своим лазером. Да. Который будет не давать бить. Но вот он собрал Манта ставил для этого, чтобы скидывать лазер. Да, тоже как вариант. Но, в принципе, Дэнди один раз даст... Ну, Хекс еще у Дэнди да. есть. То есть мы знаем, что Дэнди сейчас есть Хекс. И это немножко будет мешать. В любом случае. Ну, целей хватает, и кроме Дэнди, у Спектры, поэтому, ну, Дэнди, правда, на него будет, наверное, обращать внимание в первую очередь. Ладно, давайте смотреть за игрой. БКБ покупает Fly. Вот это вот неожиданно. Вот этого я точно не ожидал. На визаже. БКБ. Да. У саппорта. Я вообще раз в жизни, по-моему, вижу БКБ на визаже. Это как так? Это реально БКБ на визаже. Хм. Силуха. Здесь, кстати, Silent, опять-таки, всей компании сейчас убивают. Вот на сетка. Треть хп уже потратили. Залетает флеймбрейк. И Silent решил на этот раз под вардами и третьими некрами лучше не драться. Давайте лучше отойдем. Ну, сейчас может пойти, кстати, варды забрать. Это довольно много денег. Хвост пытается дефармить на свой вейлу в Дискорд, который, в принципе-то, файт и заедет отлично. Главное, успеть повесить. Да. До ульта это то, что надо. Silent 1400. Тем временем скоро будет Монтастайл с такими темпами. Чтобы байт на Фаника? Да. Пак запрыгнул, резолюшн получает. И хек, минус резолюшн. Ну, подожди. Ну, хотя, да, спектра сюда прилетела, извините, да, это минус 2. Ну, и хвост тоже умирает.
Он Ghost Ult, но Resolution тут рядом, и мы понимаем, что хвост тоже никуда не умрет. Это минус 3. Правда, в ванскор, скорее всего. Тэп-аут делает, раньше надо было ему делать это тэп-аут, но базе, на базе выживет, да, да. Смотря на Ганим, ультимейт все-таки еще второго уровня. И Пак забирает вышку. Думаю, сейчас тоже отсюда улетит. А тут уже хватает на Монтастайл почти, на самом деле, остались копейки. Да, ой, кстати, века, за одну драку. На хайграунд, лол. Ну а почему бы и нет? Трое мертвые, дефить нечем, вардов нет у пупея. Ну это точно минус, ну, минус одна сторона, правда, просто другую не смогут они бить, потому что есть Т2 и на миде, и на топе. Вот, пожалуйста, байтанули на Фаника, как тебе? Да, байтанули неплохо. Просто потратили хекс на самом деле в резолюшн. Там привез к уроку мага, и мы видим резолюшн догоном. Зарабатывает еще один фраг. ГГ. Пишет хвост. И это действительно ГГ. И Empire сегодня дважды переигрывает Нави. Брависсимо, Empire. Empire после матчей на LG, которые были недельки две назад, после матчей сегодняшних на Star Ladder и на Dream League, Empire становится действительно грозой для Нави. Нави действительно сейчас должны просто-напросто шарахаться от этого вида имперца. Ну и опять-таки, то, о чем мы сегодня говорили с Факером, Empire дает очень серьезный намек Айсфрогу. Брат, вот это мы. Даже не намек, скорее. Вот мы, это просто кирпич такой в окно, который влетает. И маленькая записка, да? С оборткой такой, Empire, типа, мы тут, типа. Ну, на самом деле, вот, я же их внес, по-моему, даже в топ-6. Да, да, я видел. Потому что я действительно считаю... Да, если вы не в курсе, о чем, и у нас сегодня вечером или завтра утром появится новая рубрика, которую мы решили запустить, называется она Power Rankings. Что такое Power Rankings? Ну, вы увидите у нас на сайте скоро, то есть... На протяжении вот всего оставшегося времени до International каждую неделю мы будем составлять свой субъективный список топ-20 команд мира. И, ну, это будет, опять-таки, субъективная наша мысль и так далее. Это что это? Количество смертей. Фаник лидирует. Да, это количество смертей. Не, ну ему можно. Это чудесная команда Na'Vi, 10-9-8-7-6. Это, по-моему, ребят, какая-то задумка была. Да, это просто 32 смерти, я так понимаю. Ну и вот он, Silent 1, Fly, 11 фрагов, Resolution 10, 5-й догон, Mag 5 фрагов, Пупей тоже 5. Пупей хоть единственный, который что-то наклепал. По фрагам damage, пожалуйста, дайте. Вот он, damage. 21-400. Ну, это сильно. Не, ну хвост тоже много дэмэджа нанес, 14 тысяч, почти как и резолюшн. У него ультимейт всегда заезжал по многим там и так далее, поэтому, понятное дело, там много дэмэджа. Ну вот оно, сравнение, пожалуйста. Смотрят они друг на друга, как друг на друга. 1-10 у Фаника при 6 ассистах, 5-3-16 у Мага, 171 last hit Маг, 184 Фаник, и Маг, конечно, намного лучше сыграл. Ласт-хиты не самые важные. Ласт-хиты не имеет значения, как говорится. Не имеет значения ласт-хиты, действительно. Так что вот можете добивать сколько угодно, у них все равно показатели есть такой. Ну, турнир таблицы давайте глянем, что там у нас еще есть. А, еще есть Fly, Куроки, сравнение отлично. Это общее сравнение. Видим, по общему сравнению Куроки лучше. А вот это сравнение в этой игре. 11-3-6, 1-7-4. Не лучший дум. Я не видел Куроки в игре в этой вообще. То есть он, ну, пользы было очень мало. Да, он собрал ранний дагер, на самом деле. Я думаю, что начнется какая-то инициация, начнет там Куроку что-то надвигать, запрыгивать, итоге... цеплять. А не получилось реализовать против Empire это. Ну вот она, турнирная таблица. Na'Vi, первое поражение и здесь у Na'Vi. Альянс 3-0, Empire 2-0, Na'Vi 2-1, Fnatic 2-2. RockSkiz 1-0. Ну что же, и следующий матч у нас Na'Vi RockSkiz. Сколько там у нас до начала? Всего 12 минут, очень короткая пауза у нас между матчами. Далеко не уходите, RockSkiz Na'Vi. Это следующий матч, начнется он, как вы видите, через 12 минут.
Встроенная большая гранулярная опора для запястья, как диван для ваших рук, обеспечивающая отличную устойчивость и комфортность. Инновационная поверхность с точечной структурой придает клавиатуре четкий матовый вид без каких-либо отпечатков пальцев. Более 500 программируемых макросов, 2 32-битных ARM Cortex-процессора и мощные 2 мегабайта флеш-памяти. Все нажатия и макро будут выполнены моментально. Клавиатуры Rocket Riot Series.